Олег Зубков, Зубков и библейская овечка. Именно библейская. Ручной наш выкормыш. Жалко его держать в вольере, и поэтому он ходит, общается здесь по территории парка, в прохладе. Ему так уютнее, спокойнее, Гаврюше. Вот. Что не нужно, да? Ай, приятно, Гаврюша. Ай, приятно. Ну, друзья, именно такие вот овечки, вот посмотрите, в Библии, когда вот в яслях, да, Иисус Христос, именно вот такие овечки рядом. Да, Гаврюша. И Гаврюшка действительно. Да. Пушистый, пушистый. Библейский барашек. Пушистый, пушистый такой барашек, да? Да, какой барашек, барашек, барашек. Храни свой душевный свет, хоть в мире так много боли, но ты не сдавайся, нет, пусти доброту на волю. Пусть это не сказка, жизнь, я верю, добро сильнее. Храни свет своей души для тех, кому он нужнее, для тех, кто устал от слез, кто сломан и обессилен, кому нелегко пришлось. Летел, но сломались крылья, и, может быть, этот свет поможет кому-то очень, и кто-то найдет ответ, как выжить среди темной ночи. И, может быть, этот свет поможет кому-то очень, и кто-то найдет ответ, как выжить среди темной ночи. Храни свой душевный свет, хоть в мире так много боли, но ты не сдавайся, нет. Пусти доброту на волю, пусть это не сказка, жизнь. Я верю, добро сильнее. Храни свет своей души для тех, кому он нужнее. Храни свет своей для тех, кому он нужнее. Храни свет своей души для тех, кому он нужнее.